Всем привет, мои хорошие! Очень рада вас всех видеть у себя. Давненько я вам не показывала себя. Что-то лень как-то. Лень. Ну, а сегодня решила немножко себя показать. Ходила сегодня утречком я на рынок, на наш деревенский. Купила небольшие покупки. Взяла вот такое масло. Всем привет! Надо говорить, а не так. Взяла маслице. Там у нас у Володи машин совсем мало у нас на рынке стоит. Ну, вот, сырку купила. Не знаю какой. Хотим сделать пиццу. И зятю взяла майку. Он нас любит с карманом. Парень у нас большой. В общем, вот такая вот майка. Обычная. Ну, 700 рублей. Сегодня поехала на работу в город, а я ему показала. Заулыбался. Довольный. Такую майку мы купили. Вот. Да еще помидоры. Помидоры у нас по 100 рублей. Вот такие вот. Вот такие вот красные. С пипочками. На вкус не знаем, какие они, но все с пипочками выбирала. Сорта тоже не знаю, какие сорт. Вот так вот. Вот так вот немножко вам показал. Что мы тут? Мы с утра тут занимаемся делами. А, самое главное не показал. Тут что, все, что осталось. Все, что осталось, и цену тоже не знаю. Абрикосы. Брала они прям еле живые. Мягкие-мягкие. А, это конфеты. И конфеты сейчас пошла, вот купила к чаю ярче. И какие-то река молока. Или молоко. Наверное, молочная карамелька. По 300 рублей. Конфеты дорогие, кусаются. Все кусается. Хоть ничего не бери. С утра у нас... Пастирушки, я... Ешьте сахар. Ешьте сахар. Да он вредный сахар. А конфеты? Мед надо кушать, а не сахар и не конфеты. Ну, мед тоже на любителя. Юля стирает, а я в огороде там с цветами своими ковырялась. А потом сходила за хлебом. Хлеба нету у нас пока. Время еще мало, 11 утра или дня. Попозже пойду, заказала. Вчера наварила варенье, этих клубничного немножко. Сейчас покажу вам баночку одну. Или несколько. Вот мое варенье. Варила до 3 раз. Закипит, на медленном огонечке поварится 15 минут. Я выключаю. Ну так вот, не сказать, что она жидко брандахлыст. Тянучая. Потом еще раз включила ее. Она опять покипела полчасика. Ну и 3-й раз тоже дала ей прокипеть. И вот она. Хорошее варенье. А первое сделала с желатином. Но от желатина почему-то мутная. Это сама структура варенья. А это вот как положено. Темненькая. Там на кухне, а Юль тут мне постель стелит. Пастирушки повесили там, а это она уж запуталась, кому сколько дала я. Чуть народ дофига. Народ дофига. Тут это моя постель, тут иха постель. Все надо разобрать. Ну, наверное, так простынь. Вот, сейчас застелим. И будем спать чисто сегодня. Может, даже в баню схожу. Сегодня не жарко будет. Ну, огромная. Она и кровать не огромная. У нас сегодня ветерок дует. Кое-как закрываюсь от солнышка. Жаль, здесь и закрывание тогда хлыщут. А я тут повесила такую вот суконку на окошко. Пойдет, говорю. Не пойдет. Вот так вот. Ну, вот тут моя спальня. Да не надо, особо-то. Золушка моя работает. Когда она не работает. Когда спит. Сейчас уберемся. Я на винты сплю. Это больно толсто, я на ней сплю. Уборочная, можно сказать, так. Она так. Бочком на нее прикладываюсь. Бокот. Молодая. Кровь с молоком. А то. Ой. Что-что, а белье я не глажу. Это мой недосмотр или как. По мне, чтобы было чисто. А постель не обязательно гладить. Ее все равно задним местом все выгладишь за ночь. Вот. Так что вот такие вот у нас тут. С утра дела.
Хотели на картошку пойти, но не пошли. Юля залодорничала. Теперь завтра пойдем. С утречка на картошечку. Да, ну, может, и вечером пойдем. Сегодня какой-то 23 нам обещают. Не особо жарко, ветерок. Посмотрим по ходу, а там будет видно. Прополоть надо. Сергей вчера ездил ее обрабатывать. Обработала, а теперь нам прополоть. А вот мое варенье, которое я сварила. Это вот вчерашняя варка. Сейчас надо будет подписать. Это вот без желатина. Она темненькая, хорошая. А это вот с желатином. Первый раз я ее делала с желатином. Она какая-то мутноватая. Ну, на вкус я пробовала. Да вроде нормальная она. Так что немножко запасов мы себе сделали. Клубничного варенья. Сейчас вот здесь подпишу, что это с желатином. А это чисто 5 баночек. А еще с сахаром сделали немножко. Ну, как немножко. Не знаю, сколько. Сахар передробили. Вот сегодня еще пойдет Юля. Посмотрит, сколько еще сегодня соберет. Уже все. Отходит клубника. Почти что ее там нет. Сейчас я начистила картошечки. Мы сегодня будем жарить. Пожарим и салатик. Помидорчики, огурчики, с салатиком все это будем уплетать. Все подписала. Тут с желатином написано, а там просто клубника. И можно теперь отправлять это все на хранение в погреб. Я думаю, все будет стоять хорошо. Я уже порезала в этот момент картошечку. В какую цену у вас масло? Вот эта бутылка у нас горница. Рафинированная 155 рублей стоит. Тут даже и литра нет. Дорогое маслице. Сегодня для своих бройлеров я давала вот такое лекарство. Метронидазол. Акциноза она тут и от поноса даже, если что. Для профилактики. Юля привезла, не знаю, какая цена, правда, на него. Ну, сейчас лекарства тоже у нас не дешевые. В общем, 4 таблетки на 1,5 литра. Вот я здесь на 3,5 литра вот это развела. Упаковочку. Вот я сейчас им дала. Они попьют. И теперь как выпьют, еще на разок разведут эту упаковочку. Так что, если кто держит своих бройлеров, может, кому-то будет полезно. Метронидазол. Юль шумит, мам. Иди, сюрприз. Вот такой сюрприз. Ты что тут забрался? Помогает мне. Помогать постель собирать. Ах, мась. Сюрприз. Сегодня потеряли его, паршивца. Выпустили на улицу, ходим, его нет. Юля пылесос включает, он боится. Я не углядела, когда он сбежал. Он, оказывается, дома, мы весь огород обшастали. К соседке ходили. Сюрприз. Сюрприз такой вот у нас. Не дает убираться. Ну, пускай сидит. Все, моя постель собрана. Хорошо? Ничего не надо делать. Брык и спи. Ну, а я тут картошку начинаю жарить. Уже порезала ее. Взяла в рот конфету, она как ириска. И вот, видите, прилипает у меня. Зато ключик. Вот, сейчас нажарим картошки. Мыть с Юлей особо-то нет, но придется день на обед. Ему же надо покушать что-то. Женя у нас уехал до вечера на работу в город. А Сергей тут в мастерской. Ремонтирует свой комбайн, трактор. Я даже не знаю, чем он там занимается. Ремонт идет у него вообще. Скоро уже уборочная пойдет. А вы как, сразу солите картошку? Или она немножко пожарится потом? Я сразу засыпаю немножко. И как раз прям в пору. Сейчас крышечка прикрою. И все, пусть умится. А этот дурачок так и лежит. Пришла вообще вот так вот было. Это тут не припрел. Под двумя одеялами. Эй, Масюнь. Вылазь. Жарко. Глупыш. Поставь жарить картошку. А у меня телефон сдох. Пока его зарядила, прошло
3 часа, прям в ноль управился он мне. Съели картошку, пообедали. Сейчас я уже варю гречку. Сережкина вечером придет с молоком, с сахаром поест. А я с маслом, с сахаром поем. А Юра говорит, я ее не буду. Она себе там бутербродик сделала. Колбаски, огуречка, помидор наложила, сидит, молотит. Вот такие вот у нас едуны. Кто что любит. Варю совсем немножко. Маленькой кастрюлькой литровой. Сейчас уже она у меня закипит. Гречка. Запах такой же пошел от нее. Юля, что у тебя за бутербродик тут? Не скажешь, почему? Секрет. Секрет? Молотит, сидит бутербродик. Чайку что не налила? Не хочу. Не хочешь? Ешь, ешь. Какие цветы мне подарили дети. Поехали в другое село, поставили раколовку. Ну, не знаю, поймают ли там они раков или сраков. Будем ждать сраков, а может быть и раков. Вот такие вот полевые цветочки, да какой издают запах. Юля говорит, куда поставить? Я говорю, давай в эту кружечку, в горшок поставь. Ой, такая вот красота полевая. Нет, пахнет хорошо. Вот это особенно желтенькие вот эти пахнут хорошо. Что за цветы? Конечно, мы их не знаем, полевые. Лютики, цветочки, даже полын. Полынок тут. Так красиво там растут. Да. Пробуй. Говорит, дайте мне соды. Ты хоть поменьше хлыщи. Сделали окрошку сегодня, и все. И я, и она горю. Но я ничего не пила. Водой, водой все это прогнала. Сбежал, потому что говорит, вы лохи. А ты уж не лох. Земледелец 2002. Стоит спиной. Трусит. Масюня, а ты кого тут нам намываешь? Гостей? Совсем. Женьку. Приедет скоро. Что, сейчас поедете проверять? Да. Они только сейчас съездили на кладбище, там и гербицидами все обработали. Сказал Сережка, все работает. Потихоньку вода. Ой, вода. Коры дерутся. Коры дерутся, да шут с ними. Трава работает. Сохнет, однако. Ну и пусть сохнет. Вот издевается над котом, стоит. Кот смотрит. Ага, его хвост требушит, а он глядит на него. Да цапнет его за эту ногу, мась. Достал, скажет ты меня. Терпит, стоит, дурачок. Ему саму любопытно. Угу. Кто там к нему лезет? Ну, давай дальше продолжай. Цапни его, Мася, за ногу. Цапни. Напугал его средь ночи. Сплю, говорит, не пойму, что такое. А он залез к нему на кровати и пальцем большой на ноге лизал. Напугался, говорит, что такое у меня тут. А это Мася хулиганит ему там. Шкодник мой. Он что? Кусил его. Дерутся, дерутся. Лодырь, Мася, лодырь. Так встал. Мои поехали смотреть, что там им попало в раколовку. А я иду в баню. Пожелайте мне легкого парку. На улице не так жарко. У нас сегодня 23, но я резко там, конечно, уж не буду намываться. В душе одно, а в баньке другое. Была где-то больше месяца назад. Сейчас еще пойду. Хожу к нашим знакомым, друзьям, однокласснице. Ну все, мои друзья, такой был у нас день. Навряд ли что-то они поймают. Если что-то поймают, я вам покажу. А так, спасибо за поддержку. Благодарю вас, что заходите ко мне на мой канал. Всем спасибо. Также можете поддержать меня на канале Яндекс.Дзен. Там-то лучше. Хоть он так неудобный для нас, но там хоть копейка идет, а тут-то ничего мне не идет. Только ваши комментарии и наше с вами общение. Спасибо большое. Заходите ко мне почаще. Я вам еще что-то покажу. Пойду в баню с легким паром.